Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Боец ОМОН Курского управления Росгвардии вошел в тройку лучших авторов-исполнителей смотра конкурса «Солдаты антитеррора». В данном этапе принимали участие 130 сотрудников и военнослужащих, члены их семей и творческие объединения Центрального округа Росгвардии. Вокал, инструменталисты, танцевальные и хоровые ансамбли, чтецы и художники, бардовская песня. Именно с выступлением в последней номинации курский музыкант и вошел в число призеров конкурса. Боец исполнил композицию «Всегда на страже», которая хоть и была сочинена относительно недавно, но уже считается своего рода гимном курского ОМОН. За плечами лейтенанта Росгвардии «Питерская военка» и факультет физкультуры и спорта КГУ. Музыкальное образование по классу баяна. Кстати, более чем за 10 лет службы в правоохранительных органах ОМОНовец неоднократно становился победителем творческого конкурса ОМОН МВД России «Щит и Лира». Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.